Всем привет! В этом уроке мы с вами попробуем разобрать вот такую небольшую гитарную секвенцию, которая играется в тональности ля мажор и обыгрывает каждый аккорд. Здесь мы играем с вами вдоль всего грифа, от ноты ля до ноты ля, каждую последовательность, и тем самым обыгрываем аккорд. Давайте посмотрим медленно и крупнее, что играется в этих последовательностях, и попробуем с вами проанализировать, что и как. Итак, первая последовательность ля мажора мы с вами уже сыграли. Все, сыграли. Прыгнули на вторую ноту, на ноту Си. Обращаю ваше внимание на правую руку, что все удары строго-настрого исключительно играются переменным штрихом. Вниз, вверх, вниз, вверх. Никаких перескоков или там еще каких-то моментов мы не делаем. Почему? Если мы будем с вами играть вниз-вниз или вверх-вверх, у нас потеряется с вами некая акцентность на сильные доли. То есть сильные доли будут звучать немножечко по-другому. Итак, дальше мы с вами, получается, играем. На первой струне у вас всегда идет точная копия шестой, потому что вы знаете, что нота ми, шестая и первая. Дальше до диез. И приходим в соль диез, то есть не на соль, а в соль диез. Почему? Потому что в тональности ля мажор у нас с вами идут знаки переключения фа диез, до диез и соль диез. Дальше. Вот в этой аппликатурной форме нам с вами следует поменять аппликатуру. Смотрите, каким образом. То есть вот мы с вами сыграли. Оп, прыгнули сюда. Сыграли этими пальцами. И потом сразу переходим. Оп, поменяли палец второй. Это не критично. То есть вы можете сыграть и третьим пальцем тоже. Но в таком случае у вас кисть просто будет немножко некомфортно себя чувствовать на мизинце. Когда мы с вами играем этим пальцем, то больше возможностей, больше чистоты и больше контроля. Дальше с вами идем. Следующий ход. Дальше играем фа диез. Вот в эту нотку мы с вами можем прийти либо третьим пальцем, либо мизинцем. Здесь уже как удобно. Следующая нота, соль диез. И заключение у нас с вами снова, мы приходим, замыкаем круг в ноту ля. Нота ля у нас такая же, как мы с вами играли от пятого лада. То есть аппликатура абсолютно одинаковая. И приходим с вами на 17-й лад. И заканчиваем с вами ля мажором. Вот такой необычный пассажик у нас с вами получился на основе ля мажорной гаммы. То есть это все попробуйте сыграть от каждой нотки эту фразу. И я думаю, что ваш уровень очень хорошо поднимется. Желаю вам удачи. Пока.